Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим спагетти очень простым способом, но специи и другие ингредиенты делают их восхитительными. Нарезаем мелко одну луковицу, обжариваем ее на среднем огне с добавлением растительного масла, соли и сахара. Двести грамм спагетти из твердых сортов пшеницы. Я их разломала пополам. Одна чайная ложка орегано, кориандр, половина чайной ложки. Наливаем воду, чтобы она полностью покрыла спагетти. Готовим под закрытой крышкой после закипания 5 минут. Затем крышку открываем и готовим, пока не испарится жидкость. На это уйдет еще 3-4 минуты. Добавляем одну банку тунца в масле, готовим еще 2-3 минуты. Блюдо очень ароматное, легкое и в то же время сытное. Рекомендую его обязательно попробовать. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. Всем приятного аппетита и до новых встреч!